Всем привет! Мне 2 дня назад пришла ссылка на вот такой вот какой-то чемпионат. Russian ML Cup. Ну, что я могу сказать? Я не знаю, как здесь все будет, потому что, ну, вот вы были знакомы с Russian AI Cup, там, в принципе, было понятно. Там был такой клиентик, ну, в принципе, как с ним работать, было описано на форуме и все такое. Здесь что-то не особо понятно, чуть-чуть кривоватый сайт, я не знаю, вот это вот так надо или не надо, ну, в чем фишка, да. Ну и вот, к примеру, ссылка на Telegram, вот она, ее вот так вот не увидишь сразу, вот, но она здесь есть. Могли бы подсветить. Но фишка в том, что, как здесь написано, 9 ноября стартует и пройдет онлайн в течение 1 месяца. До 9 декабря на платформе ML Bootcamp какое-то соревнование. Участники получат обезличенный набор данных. Ну вот уже ошибка, букву Z забыли. Зарегистрированную информацию о поведении абонентов. Характеристики базовых станций, объем потребления голосовых услуг, данные интернет-сервисов оператора и многое другое. И всего 130 видов признаков. Задача чемпионата – проанализировать массив данных и с помощью известных им методов машинного обучения предсказать, насколько абоненты удовлетворены качеством связи телеком-оператора. И первое место 400 тысяч рублей, второе место 200 тысяч рублей, а третье место 100 тысяч рублей. И по традиции, я так понимаю, это у них не первое соревнование. Получат футболки, топ-200 участников получат футболки. Так, ну и дальше что-то я тут клацал, я тут смотрю, оказывается, у них есть... Это не первый чемпионат, не первый, вроде бы. И короче, вы, в принципе, можете вот... Ну, я эту ссылку, конечно же, оставлю. Вот, форум я клацнул, что тут на форуме? Ну, что-то тем не особо много и сообщений. Вот, в принципе, много. Предсказание SS3. Ну, наверное, подобная задачка была. И что-то там, короче, делали. А ну-ка, материалы. О, руководство для начинающих. Загружаем данные. Короче, кому интересно, конечно же бежите, потому что 9 ноября все это стартует. Вот мне сейчас пишет, что осталось 2 дня и 10 часов. Ну, а на этом все. То есть я получил эту, ну, как бы уведомление и посчитал нужным проинформировать вас. Ну, теперь точно все. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!